Приветствую вас, дамы и господа. Это душный блиц-опрос, и сегодня у меня на повестке Смэш. Здорово. Хай. Короче, ну? Чё как там пчел? Да слили, все, нормально чили. Чё, верхние сетки для слабаков, чё в нижнем так пустились? Ну, просто опущены. Опущены. Как же вас имкерсы развалили? Просто вообще в салатину. Да. Спасибо Коре за то, что из группы вас вывел. Я ему упал. Какой же слабый клуб у вас? Я Орегон. Когда спортзал? Завтра. Вылетишь с чел на завод? Не, вагоны грузить буду. Сквозь рукава. Чё ты сказал? Приветствую всех, дамы и господа. Пока наш дорогой Виспертус решил отдохнуть, расскажи, пожалуйста, во-первых, непосвященным, кто такие бивни? Бивни — это, ну, как яки, как быки, то есть серьезные ребята на пастбищах. Вот. То есть почему конкретно ты бивни? Ну, видели, что с весом было. Хорошо. Дальше. Скажи, я видела у тебя в группах очень много тиктоков от тебя, разных, абсолютно смешных и не очень. Но почему я не видела в твоем аккаунте ни одного? Потому что, ну, все под грифом секретности. Грифом. Ну, неважно. Все очень секретно, то есть это достается из тайных архивов и, так сказать, выходит в свет. Ну, а в свет для народа, для общего пользования выйдет когда-нибудь? Посмотрим, поживем, увидим. Хорошо, сейчас вы выступаете под тегом Hellraisers. Можешь, пожалуйста, рассказать, как вы пришли к тому, что теперь вы вот под этой организацией? Ну, были черти. Были черти. Спустились вниз, там еще поглубже. В ад. В Hell. А нам говорят, надо Razers. Вот получился Hellraisers. Но изначально, насколько я помню, вы долгое время выступали без организации. Естественно. То есть морально это вообще как-то давило на вас? Да, конечно, нет. Сидишь, балдеешь, без денег, в палатке. Скотчем обмотал вокруг себя этот компьютер, провел катушкой интернет, сидишь в лесу, шпилишь, играешь. А теперь что изменилось? Теперь мы не в палатке, а уже реально в хижине. То есть в землянке. Это, кстати, успех, действительно восставший получается. Еще хотела так вспомнить, вы достаточно успешно отыгрываете действительно Челленджер-лигу, потому что и Сассен вы отыграли на высоте, а Мижин забрал, в принципе, MVP того дня. Но почему у вас постоянно какие-то проблемы с Орегонами? То вы еле-еле его дожимаете, то вы его просто скипаете и решаете, ну, мимо. Что не так? Ну, мы перед катками собираемся и, так сказать, собираем консилиум, выяснять, какую мы будем карту скипать. Вот. И, ну, так постоянно получается, что падает все на Орегон. Мы его просто скипаем и все. Монетку кидаете? Да нет, просто думаем. Ну, типа, пальцы в небо. Да. Скажи, кто, в принципе, из всех оппонентов, которые у вас остались, я не скажу, что это много команд, кто может составить вам конкуренцию, кто может доставить вам проблемы? Так мы вылетим на следующей игре. А, я не знаю, что там кто. То есть все, абсолютно ничего не будете менять? Да если всем по... Нет. Нет, ну... Мы сидим балдеем, мне надо в доту, мне надо ММА рапать. О чем ты говоришь вообще? То есть после того, как вы у нас вылетаете, мы видим smash.bash.wp ну, меня... Нет, состав. Меня вы видите, значит, на железнодорожных путях. Я буду разгружать вагоны. Мешки с вагонами буду разгружать. Я запишу, куда звонить. Это, я не знаю, в РЖД позвони, узнай, Оксана. Скажи, вот если серьезно все-таки, вот за последнее время... Я очень серьезно. О каких важных вещах вы задумываетесь, что, ну, действительно, что-то пойдет не так, что дальше делать-то? Я не знаю, но я вот думаю, может, на Марс поехать колонизировать. Илон Маск. Он сам. А касательно РМЛ, есть какие-то мысли вообще, что может произойти? Потому что сейчас вот ваша тройка, грубо говоря, фаворитов, как всегда, вы, ну, плюс-минус одинаковые. Ты имел в виду тройка фаворитов, ну, Империя, ВП и ЧСВ? Тройка в дневнике, ну, это хорошо. Нет, ты смотри, мы аутсайдеры, очевидно, на финал. То есть ЧСВ проигрываете? Ну, там Рорик сумасшедший, он всегда 30-0 играет. Какой там? Угу. Он один из всех замочит на финке своей. А нам просто, ну, я не знаю, честно скажу, я тебе ничего не могу сказать. Вообще ничего. То есть, ну, не будете выпускать Амижина, который там и MVP в групповом этапе, да, стал? Да, он ему, он лакер, он экзит-фрагает, просто сидит на задней позиции, да, и все. И все, забирает ваши килы? Конечно. Есть тебе какие-то пожелания для нашей аудитории, для ваших фанатов, для маленьких бивней? Ну, какие пожелания? Всех люблю, всех целую. Приезжайте к нам на буткемп
всех оденем, обуем, кого надо, поцелуем. Все, ребят, давайте, люблю, целую. Все, спасибо, удачи. Всем пока. Сквозь рукава. Респект. Вот после этой фразы ты мне должен уже врезать. А, да? Да. Спасибо за работу, отлично. Отличное интервью, мне понравилось. Очень классно.